Начало второго дня. Мы идем на море. Вон оно. Видно. Я нашла инжир. Лена кушает инжир. Говорит, он не спелый. Да. Кстати, взяли коляску. Эмили в России нормально. Она вцепилась в салфетки и сидит. Да. Я двигаюсь, машина заедет. Такая вот гора. Хочешь, я повезу? Давай. Добрались. Такую беседку. Эми, сейчас кувыркнешься. Ты иди за язык. Да, беседка такой нашли, вид такой. Но я купаться не буду. Что-то холодно. Ветер сильно поднялся. Но Алина думает искупаться и мало лишь прокнуть. Все, мне пошли купаться. Ух, вода очень холодная, как будто это прям вот январь, март, и прям вот непонятно. Наверное, это все ветер принес, холодные потоки. Да, офигеть. Алина говорит, у нее ноги сводят. Если Алина говорит, что вода холодная, но это вообще все. Как в январе, говорит. Мы позавтракали. Малышка еще доедает кашку. Сережа скушал йогурты и вкусное мороженое. Так что пока еще сидим, греемся, но действительно очень холодно. И народа вообще практически нету. Ну, не купается никто. От слова совсем. Вот, поэтому сегодня такой очень прохладный день. А вон та дырка, куда мы хотели залезть. Точно, Сережа. Ты полезешь в дырку? А, в шлепках. Хотя это быстро. Отсюда вообще, мне кажется, 3-5 минут. По этим камням, пум-пум-пум, я даже могу залезть. Я не знаю. Не готов? Да, не знаю, мне все равно, могу залезть. Могу не лезть. Нужно твое желание. Вот в этом есть судак. Идеально. У меня коляску сломаешь. Да, нет. Я аккуратненько. Да, приезжайте в судак. Боже. Заставим коляску с тобой. Хорошая коляска. Ну да, была. Что у тебя? Сядь ровно. На сядке. С Алиной покушать зашли. Вот две порции блинчиков взяли. Приятного аппетита, Алин. Спасибо. Со сгущеночкой. Горы. С видом на горы. Ветер такой, ничего не слышно. Все, поели, идем домой. Сейчас будем дома откисать, да, какое-то время. Горы. Ну, в смысле откисать? До 12. В 12 поедем, да? Как в 12? А когда? А смотри, вазон приедет, по-моему, в 6 часов. Кенгурушка приедет. Сейчас обед. Значит, в 12 нам надо приходить. Почему? Так что решили, во сколько? В час ты хочешь? Обед, да, в час. Пол второго. И типа ехать в Феодосию потом после обеда. Не Феодосия. А что? Ты Феодосию сказал? Ближайшая самая. Ой, какой-то... Ой! Чего? Чего у вас?
кузнечик. Господи ты. Короче, едем сейчас в столовую, после заедем на мойку, и нам надо примерно к 5 приехать на Озон. Вроде у них все в планах, надеюсь, ничего не перенесут. Но пока не было подтверждения, что что-то там приехало. Но просто пока будет подтверждение, и пока мы до тут доберемся, они до 7, они уже закроются. Уже будет поздно. Да, уже будет поздно, поэтому нам надо скорее забрать и уже валить из судака. Короче, выехали в Феодосию. Сейчас заберем кенгурятник и, может быть, успеем даже где-нибудь еще и прогуляться недолго. Естественно, надо еще обратно вернуться, сегодня успеть. Час туда, 55 километров. Виноградные лозы. Отрабатывает стабилизация, но по рельефу, по дорожному, я думаю, и так все понятно. Все спят, я немного начинаю залипать, но вроде еще норм. Надо водички попить, а она сзади в коробке. Короче, вот виды вам. График работы пункта выдачи. Озон? Нет. Озона тут нет. Какой Озон в Крыму? Озона нет в Крыму. Вам показалось? Да, да. У нас еще час, я посмотрел по приложению, пока еще... Ну, то есть выдача должна быть после 5. Зашли, вот пережидаем время. 5. Вроде бы как можно получать. Эмили тут тусит. Все балуется, все трогает, падает. Тут есть вот обитатели Черного моря. И не только моря. Животный мир Крыма, крымских плоскогорий. Птицы. Пришла, порычала, ушла. А медведей нет? Ты кому тут и не обитаешь? Вы хрю-хрю знаете. Кабан. Палочка для обуви в детском домике. А где детский домик? Это детский домик. Ну да, вот эта пирамидка такая, она не логическая, то есть как угодно можно собрать. А у нас логическая. Да. Неправильно соберешь и не закроешь. Зашли в парк Феодосии. Такой небольшой. Фонтанчик не работает, там еще какая-то культура стояла. Ну и все. Сейчас зашел в Озон, проверяю, а он говорит, типа, то что, можно получить? Говорю, ну пойдем получать, что, вот идем. Эмили! О, да ладно, смотри. Да, да. А что это? Это несъедобный просто кладыть от. Ладно, ясно. Блин, новый памперс, сейчас будет весь в этом, в уголках. Не будет, но я возьму на за ручку. Хорошо. Да блин, где мне не мне? Иди по дорожке, Эмили. У меня йогурт, вот это, я не стал бы поймать даже. Что ловить-то будет? Тут я, там ты. Довольная. Сама, иду, сама, сама. Давай, догоняй. Давай, догоняй. Так, ладно. Написано, может укусить.
пока. Ой, как хорошо. Ты меня укусишь, да? Если я тебя так сделаю. А? Ага. Ой, я углажу. Хороший попугай, хороший. Не боитесь, да? Ты как тяпнет? Своих не тяпает. Ой, как хорошо. Ой, какие хорошие глазки. Обалделся. Что он ест ими? Орехи, крыжовник, прикинь, валяется орехи, печенька. Даже кости. Ну что, мясо ест? Мяу. Нам твои пальцы нужны. Страшно, знаешь как? Самый экстремальный канал Крыма. Подписывайтесь. Все, забрали, получили. Вот наша штучка. Пришла в открытом пакете, но вроде все нормально. Инструкция. Будем дома разбираться. Поехали. Немножечко судака. Выезжаем вот в него. Ну, горочка небольшая. Поэтому все. Она уходит. Ну, она, знаешь, растягивается, будет не так. Да? Она будет хотя бы там бум-бум-бум. А у меня что-то лямка кто-то съезжает. Блин, надо шире угол. Давай самый широкий. Вот теперь Эмиль вроде бы влезает. Такая чудо-штука, короче. Приехала, забрали. Где там мама? То есть у тебя и руки свободные, в одной руке камера, в другой телефон. Но я все равно сейчас переживаю, вдруг что-то расстегнется, блин, упадет еще малыха. Не вариант вообще. Да, сейчас надо не попривыкнуть, потом уже может быть. Ну и вроде по кайфу идет такая, ручками машет. Ножками сначала, такая, сразу начала ножками такая болтать. Нашли купить полотежко малышки, да? А малышка? А, вольно? Да, потому что у всех 650, а тут 500. А, 500? Да, всего 500. Все и... купили? Да. И я недовольна, потому что у нее шлепки по 250, а это 450 купила. Блин. Да пипец. Набережная судака. Да я ведь розовое платье. Да. Знаешь? Неплохо. Ты там много народу на камнях там. Пойдем сюда? А ну давай здесь. У нас у всех по обновке. Давай тут тоже, ну, ближе к народу, так сказать. Вон тоже маленькая купается, смотри. Эмили. Видишь? Алин, подойди, пожалуйста. Вот где-нибудь здесь. А, супер. Супер, да. Пойдем. Ха-ха-ха.